Учитывая сложную экономическую ситуацию и тот факт, что по большинству местных сборов поступления осуществляются в соответствии с запланированными показателями, практически все действующие ставки будут сохранены на прежнем уровне, а также вводятся и новые местные сборы. Согласно проекту, в муниципе Кишинев единицы по оказанию персональных услуг будут включать 5 категорий видов деятельности, а местный сбор для них составит от 1,5 до 5 тысяч леев в год. В частности, вводится местный сбор за деятельность астрологов и спиритов, а также деятельность по исследованию генеалогии – 2 тысячи леев. Ставка сбора за социальные услуги, такие как предоставление сопровождения, услуги служб знакомств и услуги брачных бюро, сохранятся на уровне 3 тысяч леев. Студии по татуажу и пирсингу заплатят местный сбор в размере 5 тысяч леев, а деятельность по уходу за домашними животными обложат налогом в 2 тысячи леев. За услуги чистильщиков обуви, носильщиков, персонала, обслуживающего автомобильные стоянки, предлагается взимать местный сбор в размере 1,5 тысяч леев в год. Вопрос уже рассмотрен профильной комиссией по бюджету, экономике, финансам, имущественным отношениям, сельскому хозяйству и проблемам пригородов, а также муниципальным советом столицы.